там это... 10 октября 2017 года, вторник. Володь, а много мешков картошки? Мы начинаем собираться домой, в Барнаул. 4 месяца отбыли здесь. Срок кончился. Примерно такой, сколько? 50-то не будет? Нет, наверное, не будет. Нет, картошки. Володя, тебе еще это, некуда положить, ко мне на второе сиденье потом там. Давайте здесь. Только там у меня еще будут кошки. Компьютер я уже поставил. Туда где-то поразал толкать, чтобы мне сидеть можно было. Это болгарка. Все можно потом. Это что, куда? Куда картошка пойдет, не знаю. Вот это вот. Бобы, то есть без разницы, куда мы. Как-то поплотнее, повыше. Потом картошкой все задавят. Пойдем туда из этой. Под завязку. Там у нас лук, чеснок. Сейчас еще полусумрак. Что-то у них там еще есть. Тут у нас запас, осталось несколько свай. Вот они лежат. Никите сказали, чтобы их посмолил. Ну и вот эти, которые остались. Больше ничего нету. Все ушло. Смотреть, что-то таскают. Ну, может быть, как это, слышь, много-то тыкву-то отдать кому-то, картошку лучше взять-то. Тыкву-то не съедим. А кому я? Ну, давайте отдадим Устинову. Ну, давай к Устинову, сейчас заедет, отдаст сколько. Большую тыкву возьмем, остальные отдадим Устиновым. Нам картошку взять надо. Давайте. Это все тыквы? Да. Ну, в машину погрузите, около них разгрузим. Себе возьмем мешка два. У нас картошку некуда ложить. Надежда Васильевна там тоже банок наготовила. Лето-то было плодотворное. И ягоды. Так, мы сейчас к этим Кустиновым поедем, и сейчас, это, Володя, это, далеко не таскай, мы им скинем эту. А тебе нужна тыква, нет? У меня есть тыква. Ну смотри, а то мы можем отдать. У нас просто некуда ложить. Еще картошку не грузили, а машина, кого тут, газелька-то она... Это же небольшая. Ремонтирует переезд. Покуда ехать? Вопрос стоит. Да покуда. Первый, второй мостик. Все на этом. Подожди, помидоры надо упаковывать. От Надежды Васильевны, но только по-хорошему бы уехать. Опасаюсь задержки. Переезд перекрыли. Переезд ремонтировать. А переезд вообще там ничего нету. Между рельсами шпалы какие лежат. И закрыли, говорит, на несколько дней. Как бы они совсем его не закрыли. Ну, им не смотреть, это ничего не, ни копейки не стоит. А ты езди тут. Тысячи километров намотанных лишних будут. Забота-то не о людях, а о начальстве. Чтобы не было аварии.
Помидоры и овощи. Ну, сколько неприятностей будет, если закроют. Не, помидоры потом. Так, вот это что оно такое? Не знаю. Николай, братан, сейчас таскай. Все, овощи. Ты ей скажи, чтобы она посмотрела. Давай. Слушай, ты глянь сначала. Уже вся машина загружена, а мы еще ни одной картошенки не взяли. Игнатий, а у меня еще картошка и морковка. Ну все, одна езжай. Для тебя КамАЗ нанимать будем мы. Интересно, как совершенно никого не учитывает. Только запустил, все. Ну, едем-то не один человек. А у меня картошка. А у меня кошка. Еще. И бросить-то нельзя. Вот что она везет здесь столько мешков? Чего в мешках-то, я не пойму, на одного столько узелков-то? Овощи. Чего у тебя там нагружено в этих сумочках-то? Больше, чем мы трое едем, берешь. Необходимое. Вот там... Да нет, слово необходимое. Там картошка у меня еще. Значит, оставь, Любе. И морковка. Садись сюда или с Женей прилепляйся. Мы не взяли ни одной картошенки, полная машина. Открой глаза маленько. Так же нельзя жить. Там две коробки помидоров. Сумочки туда-сюда каждый раз, говорю. Одежу взяла одна, там сюда не возит. Все заполняет каждый раз. А только свет выключить. Так, все. Все, да. Никакой у нее картошки, ничего нет. Куда? У меня полностью забито все. Ну, это последние помидоры. Ну да, последние. Все, больше ничего нет. Вот это вот. Все. Это видишь, что? Она, здесь, корзинки, это все. Она то есть совершенно не учитывает, да, что ну едут люди, и машина маленькая. Никаких. Все, это потом выгрузим. Ну посмотри, мы еще ничего не брали. Все, свет выключательный. Все забито. Ну что, картошку не возьмете, что ли? Она это поверх забыла. Она не слышит даже, что я говорю. Ну почему не взять-то? Езжай, одна, мы остаемся. Все без картошки. Да все погрузится. Мы сейчас пошли, тыкву Андрею свалили и поехали. Сейчас, ну места-то нет. Значит, все загрузится. Че вы? Давайте грузите, пожалуйста. Сколько? Ну мешков 20. То дорогу перекрыли, то неприятности какие сразу же начинаются. 15, наверное, а где-то у вас? А вон в кладовке. Нет. Все в тупик. Догнала в тупик всех. Ваших, вам хватит на ползимы. У вас здесь картошки-то нету? Где? Володя, распорядись, чтобы мы картошку забрали всю. Я же говорил, тут надо КамАЗ с прицепом. Ну да. Вон у малыша машина, ту надо задействовать. Ну. Так еще мы не брали ни одного мешка картошки. Там мы-то не брали. И сами еще не сели. 4 человека. Ну если 15, у меня по сколько килограмм? По 10. Пытаешься как-то укоротить, чтобы всем хватило, нет, а мне надо, необходимо, корзинки, тут картошку некуда поставить, корзинка, последний мешок, брат, последний, все, сколько места занимает корзинка одна, ну все, все, последний мешок и все, давай сюда. Нет, Володя, это не последнее. Она сейчас еще откроет запасники свои там. Нет, у нее остается, вам потом будет вывозить. А у вас штук 20, да? Закрывает и пусть отдельно усадят. Ну нам-то выехать надо. Ну пожалуйста, поскорее. Все, последний сейчас. Сейчас меня посадите туда. Я уже невылазно буду сидеть с кошками. Поможете мне их сейчас забрать. Сейчас мне ее посадить, чтобы она не дергалась. Вот это задача. Не посадить. Хорошо бы, если она осталась. Закрывай. Так. Скажи, что мы уезжаем.
Если ты можешь сейчас вот залезть и не вылазить, то садись. А если тебе выскочить хоть раз, уже не возьмем. Да мне надо закрыть все. Закрывай. И быстренько иди туда, на саманный. Ой, так у меня сумки в кабинке. Это твое дело все. Я знал, что это не все. Так, заводи машину и поехали. Так, ко мне, вот сюда вот. Саманный. Вот здесь остановись. Здесь? Да. Никита, пошли. Кошек возьмем. Сегодня у нас 10 октября 2017 года. Уезжаем вот из Потеряевки. Братья вот грузят тут у нас картошку. Это у нас саманный домик. 18. Ну, чуть побольше, брат, оказалось. Сейчас скажу еще сколько. Так, 3, 6, 10. 10 мешков осталось. 12 мешков осталось еще. Ну все, слава Христу. Аллилуйя. Свет можно тут выключить уже. Все. Свет выключил. Двадцать. Куда я тихонешь? Вон наша усадьба Романа Малыша. Вот его постройки. Вон он себе сарай строит. Дровяник. Вон. Надежда Васильевна сидит. Вот, Надежда Васильевна тут. Тут я с кошками. Ага. Тут у меня компьютер внизу. Молоко. Вода, если застрянем. Хлеб есть. А? Хлеб есть. Хлеб есть. Да. Блины. Так, что у нас сломалось-то? Что сломал? Машине-то еще не ладно. Генератор? Генератор. Купили новый, а говорят, что-то не ладно. То ли подсунули другой, то ли мы не можем что-то сделать. Наши механики не могли сделать. Теперь он в городе будет. Все, садись. И дорога только снимай. Из деревни выезжаем, сейчас вот выйдем отрывками. Проезжаем первый, второй мостик, урывку, поворот до трассы. А потом уже там снимать. А потом слепится и получится, люди будут иметь представление. Как... А почему урывка-то? А? Почему урывки-то? А мы... куда? Мы разве через урывки поедем? Через урывку, там перекрыли переезд. Он же говорил сегодня. А, вон как. Ты не слышал? Нет. Лена сказала, ремонтируют. А там ремонтировать не еще две рельсы, две шпалы. Ну или убирать хотят, если они уберут, это большая беда будет. Проехать нельзя будет. Мы опять начнем хлопотать перед министерством через этого Медведева, его представительство в Барнауле. Ну, то есть все время о себе, конечно, они перекрыли, там аварии не будет. А что людям неудобно, что уже не здесь, площади здесь, это никого не касается. Главное, чтобы его не стронули с места, как Колганова. Убрали-то за что? Где-то лед застыл на остановке. Так, все на этом. Садись, Володя. Угу. Никита, чтобы везде все закрыл. Слава Христу. Скрест-скрест, пока не убежал. Вон она. Подожди, брат. А, так и делаем. Обязательно. Что-то она мне не закрывается-то. О, нет, не закрыто. Там ничего не зажато у вас. Да ничего не смотрите. Зажато. Нет, не, за, не закрылось. Оградило все. Посмотри, где еще? Да нет, он просто неправильно толчок дается. Как неправильно? Неправильно. Я же до этого закрыл, нормально было. Все. Все, закрылось. Надо вылазить наружу и закрывать. Нет. Ну ладно. Игорю технику сними. Поворот сейчас как будет. А потом первый, второй.
немного перегружены, так что молитесь усерднее. Господи. И еще не исправлены. Благослови. Мне записку передали от Ирины, наверное, Устиной, что молились за Никиту и за детей, за всех. А вот тут какая ямина-то была, помнишь? Здесь. Да, большая работа проделана. Через первый, второй едем. Да. На урывке едем, да? На урывке. Еще хуже, что ли? Вот есть. Поворот на урывке. Что Володя сказал? Лотиков, насчет машины. Ну что, потихоньку уезжает, все. Что? Опасно будет, чтобы нас тянуло. Самое опасное. Там глина. А глина, она, ну, высокая. А ты знаешь, у нас, мы тут с Сережей, мы ехали.